По этому объекту, значит, будет производиться снос 22 числа в 9 часов 30 минут силами администрации. По указанному иску взыскателем является администрация, поэтому совместно, в тесном, так сказать, взаимодействии мы будем производить работы по демонтажу этого капитального объекта, магазин продукты. Решение суда довольно проблематичное в исполнении. Ну, опять же, нам, так сказать, помогает при исполнении администрация, и то есть все процессуальные вопросы мы, кроме того, согласуем с прокуратурой, дабы не нарушить интересы и права граждан.